И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем с подписчиками Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Пацаны, делайте что-то, что хотите, чтобы было намного интереснее и весело. Надеюсь, подписчикам понравится, и они поставят лайкосик. Ну что, ты готов, антикотик? Готов. Так, у нас играет Лимекс и Чумной Доктор. Пока можете там готовиться. Так, готовимся. Давайте, знаете, что сделаем? А давайте мы им сделаем очень хорошие вещи. Например, ну, ядерную бомбу еще рано взрывать. Хорошо, давайте возьмем. Сразу, знаете, у меня такие очень активные действия. Давайте поставим. А может надо? Не-не, пацаны, я пошутил насчет ядерной бомбы. Значит, ты можешь залагать из-за нее. Не, я не буду взрывать сейчас. О, я не буду ее взрывать. Так, настроение у нас, как всегда, классное. Так, давайте проверим, кнопки работают. А зачем вы поставили вопрос вот эти бомбы? А кто? Вы. А мы, чтобы видели, как вы ходите. Ну что, люди, начинаем. Ну что, давай. Заходи, антикотик, заходи, закрываем калитку. А, они уже идут. Калитка, закрывайся. А что дверь не работает? А, они нажали кнопку там, что ли? Нет. Вы чё? Вы нажали кнопку? Не работает. О, работает. Блин, одновременно дверь закрыла и убила аниматроник. Хорошо. Я буду мстить за себя в следующей жизни. Хорошо. Надо быть внимательнее, пацаны. А как вы так убили? Вы что, невидимые, что ли, ходите? А что за лампочки там? Да. Эй, уходи отсюда. Ты что тут делаешь у меня дома? Так, все хорошо. Кто-то умеет делать бабушкины калитки? Антикотик, ты умеешь делать? Человек в гипнозе. Смотрим, смотрим. Я иду, иду на работу. Вот в пиццерию! Детишек удивлять, Димаса убивать, подписчика открывайте пугать. Открывайте двери, я пришел за... А, у нас вами кончились эти сапоги резиновые. Заходите завтра. Все, видеожара окончена. Все, в следующем году встретимся. Так, 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 они взяли какого-то мощного аниматроника, у меня аж подвисло чуть-чуть. Так, кто там? О, я тебя знаю, ты Скрабэйби, у тебя очень красивые зубы. А что у тебя в животе там светится? Ты, короче, родственник Железного Человека. У тебя там какой-то генератор вечный. Эй, ой, она еще стоит. Она что ли бомбу уже разминировала? Да. Куда ты там идешь за нами? Неожиданности. Короче, у нас сегодня ребята собрались певцы, которые могут петь лучше, чем даже я. О, привет. Я тебя знаю, ты конченый. Назад. А можно к вам? Эй! Эй, блин, я вынажал, пацаны, не хотел читерить, но получилось так. Да я хотел... Да я, блин, это обстоятельство, я хотел просто нажать другую кнопку. Я хотел прыгнуть, короче, и пробел нажать, а получилось полетел. Здорово. А ты чё это меня спёр? Сейчас пропущу вас, мистер. А где они там ходят? Так, надо мне, короче, возвращаться на свою базу потихоньку. Короче, я немножко спрятался. Тут замуровали все. А, ну давай, ломайте эти. Ого, вот это я каратист. Ух, к нам заходит подписчик какой-то. Ребята, если вы хотите со мной позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании и прикрепленных комментариях. У нас очень весело, очень много людей. Да? Чи да? Или чи нет? А где все вы? Я не все вы. Я, короче, пацаны, моя миссия добраться до моего рабочего стола, чтобы вы меня не убили. Надеюсь, у меня получится. Так, 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 ух, никого. Ты. Там они идут. Ах ты, блин, да как ты так далеко убил? Нифига себе, я дернулся. Я был близко. Да я понимаю, что близко. А я был далеко. Ну а ты чё? Вы чё, друг друга мочите, что ли? Friendly fire, friendly fire. Нет, просто... Так, 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 веселимся, да? Хорошо. Просто он слишком толстый для одного прохода. И получается, ты должен его убить, чтобы пройти. Гениально. Да. Вот это кентуха. А по сюжету есть такое, что аниматроники друг друга убивают? Если было бы, то было бы прикольно. Ну, в нашем сюжете такое есть, ребята. Аниматроник убил аниматроника. А из-за чего убил-то?
А, из-за того, что у тебя жирная задница, я вспомнил. Димас, ты где это? Я убежал. Я тебя вижу. Где ты меня видишь? А, ой, да, привет. Так кто там гвозди забивает? У тебя с кишков что-то вылезло. Так его звук как будто молотком бьют. Да смотри, какой громкий. Ты чё там ходишь у меня дома? Дверь мне запилил? Дверь мне запилил! Уходите отсюда, тут все кончилось. Где? На тебе! Ну, отвали! Я не могу через двери убить тебя, что такое? Здорово. Здорово. Чё, задница не пролазит в дверь, да, щелочка да. Маленькая? Знаете, что основной компонент для нашей калитки? Ну давай, заумничай. Это, скорее всего, будет у нас... Это будет у нас? Так, я никого не убиваю. Марионетка, я тебя вижу. Как? А я фонариком, когда свечу, я вижу твою тень на стене. Да ё-мэ. А когда без фонарика, не вижу, не знаю, где ты. Короче, смотри, у нас тут дверь. У нас дверь с отравляющим эффектом. Это, короче, вонище убьет серьезно? Тебя. Пожорная. О, нормальное вонище поднимаем, ну, тут. Hello. Подожди, а как его назад сделать? Ой, он в наш кабинете. Кто этот пердун? Ой. Не обращай внимания, он ничего нам сделать не может, он не такой, как раньше. Да как его назад при... А, вот так вот? Да. Все, я понял. Ладно, ничего не понял, но очень интересно. Ты что тут ходишь, сын? Ой. Ты что такой жесткий? Так, где ты там ходишь? Чекаем, где-то тут ходит. О, слышишь? Ой, он у двери. Чё ты ходишь? Ну, уже воняет сильно так. Ну, нормально. Давай выключим вонище. Вонище отключено успешно. Так, сфоткай дым. Да. Мы будем его как привидение вспышками искать. Может, где-то увидим его? Нету. Тут нету. Вентиляции нету. Ты голова! Я его, кстати, краешком глаза увидел, но уже поздно было. Он сзади нас, короче, пришел, красавчик. Где это челепиздрик ходит? Он на улице. На улице, да? Че ты говоришь, меня там нет. А где ты? А не скажу. Я на вентиляции. Он не может меня достать. Так, я иду. Я иду спасать тебе жизнь. Где он? Вот он! На тебе! Чё? Его что, не убило, что ли? А ты что, живой остался? Ой, как больно. А чё не умирает? У меня сегодня ничего снял. Да ты нас убиваешь. Я понимаю, что нас убивают. Я хочу его убить. Как убить него? Тогда я пойду его убивать. Надо его выследить и замочить. Ты чё такой живучий оказался? Ой. Туши. Я вообще буду его тушить сейчас. Есть! Блин, я убил своего! Да что за говнище? Это реально смешно. Чумной доктор, давай, мочи его! Давай! Так, где он лазит? Я его не вижу, он где-то вонючими ногами шуршит. А? Да как? Я его убил. Наконец-то! Я жадный. Ну и что ты теперь нам скажешь? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, подписчики. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Новая карта FNAF 3, которую я видел только сегодня утром. Ее сделали, свежачок. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Рубрика «Аниматроники пугают охранника», FNAF 3 кооп. Ну что, пацаны, это будет очень жестко, потому что я буду использовать только последний новый пак, который мы скачали недавно. А он мочит сразу трех, могу показать. Вот так вот. У вас даже у всех анимация была одинаковая. Так что это было очень классно. Короче, что мы делаем? Какие правила? Я могу убрать с этого пака. Я не могу их атаковать в этом режиме, я могу атаковать только когда переключусь.
А это есть анимация, они за это время могут убегать. И теперь я очень злой. Да, я могу даже бегать. Так, а это анимация у нас. Так, а это я каким стою? Рахитом становлюсь. Смотри, как я бегаю медленно. Такой звук прикольный. Так, пацаны, давайте покажем, что у нас тут внутри. Пацаны здесь обустраивались, поставили себе РТ-камеры. А ну-ка, попереключай, покажи, что у тебя здесь. А, даже кнопки сделал, нифига себе. Ну, смотрите, прям красавчик. Так. Короче, здесь на карте есть шкафы. Если в него зайти и закрыться, я убивать не могу. Сейчас я вам быстренько покажу карту. Даже скачали мод на двери, теперь можно двери ставить любые. Открывать, открывать, закрывать, говорю. Так, подождите. Что-то не... кнопка заедает. Не? А ну, откройте, пожалуйста, пацаны, дверь. А, они у вас медленные. Понял. Так, ну что, будем тогда начинать. Сейчас я, конечно, очень быстро бегу. Возле меня не ходи, я буду сразу убивать. Сиди у себя в будке там. Так, что-то я ходить не могу, я застрял в нем. Так, пацаны могут использовать оружие, не могут использовать только взрывоопасное. Говорю, не ходи, возле меня я очень злой. Так, этими аниматрониками я не могу убивать, я могу кидать только скримеру. Все, у него сейчас, он ничего не видит, какое-то время определенное. Я могу издеваться над ним. Еще раз даже кинуть. И он не знает, куда бежит. Заблудился немножечко. Только этого есть другой режим? Нету. Так, пацаны, вы тут своего забыли, он не может зайти теперь. Хорошо, хорошо. А что ты оружие? Мочи меня, у меня 10 тысяч жизней. Я ж не могу тебя убить, а ты можешь меня мочить. Я буду немножко шкериться. Блин, классно, что когда нажимаю Shift, он летает. И очень быстро летает. Куда они стреляют, непонятно. Круто. О, давайте, если будете меня замораживать, я не могу двигаться. Прикольно, кстати. Во, все, я не могу двигаться. Вместе с этим челиком. А, заморозили, заморозили. Так, беги, беги, беги. Сваливаем, сваливаем. Так. Ах ты жопа, увидел меня. Сам себя убил. Неплохо я их мочу. Так, вон еще один челик. Давайте покажу, как появляется Фредди. Бонни, Бонни. Он вылазит прям с этой штуки. Так, я другой режим беру. Я маску скинул. О, я могу проваливаться. Все, они меня не видят. Так, 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 а где же я? Чик. Ой, что-то я наполовину появился только. Чик. Ушел. Так, бегает, бегает, ищет меня. Блин, так еще ни разу не играли, в этом прикольно. Какой-то мод такой интересный очень. Чик. Ушел. Чик, появился. Скример тебе кидаю. А я могу лечь? Не могу тихонько ходить. Классно, кинул скример и убежал. Он даже не знает, где я. Эй, а почему у меня жизнь не тратится? Я же еще не появился. Расшатывайся, расшатывайся, быстрей. Бум. Ты на кого батон крышишь? Я вылажу. Опа, я здесь. Плохо не могу. О, я право. О, офигеть. Так, за ним идем. Так, 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 так. Классно, я под землей могу за ними наблюдать. Давайте полетим в их офис. Так, где их будка, я помню. Нет, не здесь. Я могу вообще по всей карте перемещаться. Сквозь пространство и время. Так, сидят, сидят в будке. Опа, а тут я появляюсь. Ой, по пояс. Запара небольшая. Вот так вот. Чпонькс. И через двери вам скример кидаю. Ничего не видите в это время. Эй, ты чё стреляешь? У всех аниматроников... Ого, я горю. Нифига себе. Я и тебя подожгу сейчас. Классно запрятался. Так, а где я? Ищет, ищет, ищет меня. А меня нету. Шпонькса, я тут. Побежали, побежали. Так, черт возьми, где он? Он же здесь был. Я могу скример кидать через...
Полы даже. Ну нафиг, отвали. Не, жизнь, кстати, не тратится, когда под полом. Круто. Так, надо какого-то маленького взять. О, металлический робот. Вставай, мужик, тебя мочат. Да ладно, я не могу ничего сделать. Да хватит замораживать. Алло, мужики, мочат. Так, давай, растаивай, растаивай. Заморозили моего терминатора. Оживай, оживай. О, он оживает. Так, ты чё на кого батон крышишь? Я не могу даже двинуться. Он мочит. Вот это убийца идет. Ну что, пацаны? Странный звук он издает. Подождите, а есть другой режим? Эй, ты что делаешь? Так, сидим, пацаны. Давайте сделаем от первого лица. Ты что, меня увидел в шкафу? А жизни не тратятся-то. Тратятся. Не ходи здесь. Так, я вышел погулять. Ты чё морозишь? А чё со мной? А чё со мной? Я замер, пацаны. Ха-ха-ха! Чё такое? Ты чего? Двоих сразу. Я не могу лазить, вот в чём прикол. Не могу, не знаю как. Так, пацаны идут, я слышу. А чё меня не мочите? Ого, бензопилой в жопу! Ты чё делаешь? Я даже не могу двинуться! Блин, они меня сверлят! Мочи их! Нифига себе, ты меня убил! Так, хорошо, давайте ещё возьмём. Кого я не брал ещё с пилпака третьего? Новые! Фокси! Фокси, Фокси, лежим! Фокси, вылазь! Чпонькс! Ах ты жлоб! Классно, я провалился сквозь землю. Опа, и нет у меня. Чпоньк. Чпоньк. Чпонькс. Беги, Фокси, беги. А! Я аж упал. Так, они меня палят. Чпоньк. Ты не зайдешь сюда. Так, заныкался. Никого. Чпоньк. На, сам... Ты сам себя убил. Давайте уже выйдет самый главный с FNAF 3. Вы что думали, самый умный? Выходит самый наглый из всех аниматроников. Так, я могу только в одном режиме их убивать. А, да дайте встать. Да что со мной? Я не могу, я застрял. Так. Тут камера чья-то упала. Блин, что-то мне плохо. Что-то меня трясет сильно, что со мной? Аниматроник, оживай. О, пошли. Отлично. Ты же знаешь, что... А, я не могу так убивать. Когда, пацаны, вы смотрите внимательно, когда начну перевоплощаться, лучше бегите, я буду всех мочить. Пока месть не могу, у меня жизни тратите. Отвали, отвали, я убегаю. Своего замочил. Так, челюсть выровнял. Досверлился. Я когда перевоплощаюсь, у меня жизни пополняются. Да, смотрите, я опять пришел. Я же уже теперь мощный самый. Теперь вы должны убегать. Ребята, не могу мочить тех, кто в шкафу. Тех, кто будет не в шкафу, буду мочить сразу. Так. Ищем, ищем всех. Вот это у меня бег быстрый. Я как они бегаю. Ты смотри.
Так, давайте это... А! Заморозил! Да двигайся! А где он по мне стрелял это кабакой? Не подходи ко мне. Я очень жесткий. А, еще раз заморозил. Это замораживающие гранаты. Надо валить. Уже не достают. Ого, шар! Бум! На, нормально жахнуло. Ай! Я этот терминатор, могу через двери проходить. Все, ребята, теперь это моя пиццерия. А, нифига себе, у меня льда. Чик. Нормально, нормально, смотрим. Еще одна граната. А, блин, замораживает жесть меня как. Так, вали, вали, отвали от этого прохода. Они кидают гранаты. Я вижу, они ходят. Это моя пиццерия. Да как ты ее открыл? Это же моя. Закрывайся. Как он дверь открыл? Через стену, что ли? А, ну. Откуда там стреляешь, я тебя не вижу. Так, так, так. Все, я захватил пиццерию. Аниматроники сегодня хитрые. Никого не пускают. Умный человек бы так не сделал. А, сверлит. Я не могу его убить, да что такое? А, вот так, да, значит? Блин, в каком-то галимом режиме. Перевоплощайся. Да блин, пацаны, вы меня как-то зажали. Когда они меня мочат, я не могу перевоплощаться. Блин, да отвалите! Вы меня растерли в порошок, я просто ничего не мог сделать. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Бармалей, Дарк Драгон, Гриша. Пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Я буду за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я буду начинать пацанов пугать. Все, даю вам 10 секунд для того, чтобы вы освоились и приготовились. А я буду сегодня брать аниматроники со всех паков, которые у нас есть. Все, не листай. Слышно вам? Да. И меня слышно. Все, не вырубаю камеру. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся для вас. И давайте добьем уже 1 миллион подписчиков. Очень хочется. Кто без маски, того мочу. Там есть маска, Фредди, одевайте ее. О, вы нажали на кнопку. Пусть болтает. Так, а мы пока вместе. Давайте будем постепенно, мне кажется, жестко не надо с вами. Ой, Фредди, здорово. Я иду, все хорошо у нас, все по графику. Так, Драгон, молодец, одел маску. Я лучше отойду, чтобы не дышать сильно. Да. Подождите, я... А, у меня нет другого режима, я могу сквозь землю пролазить. Нет, это нравится. Чпоникс. Я приближаюсь. Режим полета отключу. Я вижу, пацаны летают. Давайте, чтобы все было по-честному. Я просто застрял. Все, нельзя застревать. А застрял за того, что летаешь. Все, так, меня... кто у нас стоит без маски? Сейчас его замочу. Бармалей, прощай. Обстоятельства. А, Гриша. Гриша одел маску? Да. Ты видишь эти уши, которые торчат с твоего, с другие уши? Вот как я могу догадаться, что одел маску? Еле видно. Это прикольно. Маска с ушами. А что вообще костюм переодет ты в аниматроника? Что ты за дела? Страшно? Побежал. Ой, задержка. Так и должно быть. Я маску не могу взять. Так, ну, давайте ладно. Сейчас мы возьмем. Я очкую, я посижу за дверью, посмотрю за вами всеми. У них что, одинаковый звук у всех? О, мне это нравится. О, Фокси. Дед, ты мой скин украл. Я приближаюсь. Это пистолет. Ой, что ты со мной? Я вас не пущу.
У кого нет маски, того убивай. Извини. Я забыл, что он убивает на расстоянии. Так. Кто сидит там? Я вижу. А что ты их не пускаешь? А потому что я не скинул краб. Так, хорошо. Если ты сейчас их в течение 5 секунд не впустишь, я их убью. Я иду. Ладно, убивай, мне не жалко. А чё ты такой жестокий? У меня скинул краб. А, он в маске был? А, да, в маске, я вижу. Он на МТФ, я саму снова скинул. Можете, кстати, мне мины наставить или что-то такое за подлянки, чтобы было интереснее. Так, разнообразим немножко. Я сейчас к вам приду незаметно. Ладно, кто хочет зайти? Пускаю. Так, я вижу, кто-то мины уже бросает. Давай, попробуйте меня задержать. О, блин, это Сина Палевна. Ты на меня бомбу прилепил. Алло. Ауч. Я тоже прилепил. Ого, ты на шпагат сел, это было смешно. Ладно, я понял, мне надо валить. Так, давайте понаблюдаем, что они будут делать. Ой. Кстати, кто хочет с нами записывать, можете зайти в наш Дискорд и записывать со мной ролики. Потому что, видите, каждый раз с нами записывают новенькие подписчики. Один точно ни разу не записывался. Я видел тебя. Да? Да. Ух, ё-ёй, кстати, у меня осталось 2800 жизней. Блин, а чё, сильно видно, да, Ник? Обстоит. Или ты фонариком палишь? Не, вот этим хочу. Раз. Так, продвигаемся. О, блин, опять ты меня бомбу приклеил. А как это теперь? Меня будет постоянно видно, да? Ну, не совсем, я пошёл опять. У меня на пузе бомба, взорвите ее. Ой, его так не видно, смотрите. Если я вниз смотрю, она под землей. О, все, взорвалось. Спасибо. Так. Давайте уже добивайте, 1900 жизней осталось. Не так уж и много. Ты где? Я здесь. За вами наблюдаю. Ушли. Ушлите. Вы на своего бомбу приклеили, это нормально? Нормально. Dark Dragon, успокойся, это же свои. Я не виноват. Они просто виноваты, что я здесь. Понятно, я видел где-то. Он на телевизоре был. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то пацаны дверь, да, не открывается? Я не пущу вас. Я дверь держу специально, держу дверь своим корпусом. Подождите, пацаны. Меня не подвинуть. Так, я вижу, ходит. Сойдите. Ходим. Ого, это жесть будет сейчас. Подожди, не, подожди. А дверь отломается или нет, мне интересно. Ой-ой-ой. Хорошо взорвалось. Ты своих убил, а я целый. Я пацаны держу двери. Просто упираюсь в нее и иду вперед. Дайте, подожди. Что ты взял там? Подожди. Давай, пробуй. Попытка хорошая. Нет, фигу. Фиговая попытка. Ну давай хорошую. Я еще одну вещь. Так, я вижу, что они там делают. Это нельзя. Отойди. А это что ты взял? Я прям в глаза охраннику смотрю. Ого! Это больно очень. Не пробило. У меня осталось 300 жизней. 399. Что будете думать дальше? Ой-ой-ой, хорошо, что в бок отошел. Еще б чуть-чуть. Я сбоку смотрю. Он не может попасть. Я слышу, как вы на дверь налепляете что-то. Ой-ой-ой, рядом. Я просто с стороны в сторону хожу. Помазал. Ну, вот. Хорош. Я сзади вас. Вы что, меня не видели, что ли, пацаны? Я сзади вас был и рассказывал, что я там внутри. А вы меня мочили. Так, давайте, 280 жизней. Я вас верю. Убил. Dark Dragon, молодец. Убил. Красавчик. Улетаем сразу.
побега. А дверь сломана. Так, давайте возьмем какого-то побольше страшного такого. Мы челик. Сломали дверь. На весь экран аниматроник. Это танк. Так, в маске. Убивай. Не в маске, не в маске. Дверь надо сломали. Быть в маске. Дверь сломали? А как не... Да давай вообще ее удалим, нафиг она нужна. Нет дверей, нет проблем, я пошел. Ой, я знаю, какую вещь помогу вам. Так, так, давайте понаблюдаем за ними. Ой. Че ты стрельнул? И меня нет. Убил. Я на одной линии огня оказался? Да. Не, ну так, конечно, честно. Я хотел другую вещь взять. Оказалось не так. Где та вещь, которую хотел найти? Безопасную. Странно, у меня анимация ходьбы. Очень странная. А, рикошет. 10 тысяч жизней, я ж металлический. Так, в маске. А маску куда дел? Не в маске. Я маски. Эй. Спасибо. А, у меня столько жизней много. Плохо не... А, я не видим, могу встать. Все, отлично. Эй, успокойся. Ладно. Не, где мое любимое оружие? Эй! Аккуратно, чуть не попал по мне. Еще б чуть-чуть. На! Ты че его убил? Он застрел. За что? Нельзя своих мочить? Эй, он меня спалил, он меня спалил! Блин, Гриша красавчик. Еще б чуть-чуть, да. Он начал туда лезть, а я сижу на картофанах. Понимаю. Понимаешь? Что вы мне сделаете? Дай вылезти. Так, 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 так. Надо валить. 600 жизней осталось. Отлично, давайте здесь посидим. Так, пацаны, знаете, что я сейчас сделаю? Я вам сейчас западло сделаю. Так, так, так. Что у меня тут есть западло им дело? Сейчас мы им напакостим. Ой, ёпт. Прощайте, я пошел. На, да ёпт, вот это жесть. Хорошо мне противогаз. Ого, тут пол карты черного. Давайте еще жахнем эту бомбочку. Сейчас проверю, а сможет ли карта вся черная стать или нет? Димас, можно да. Это? Взорвешь? Друзья, с вами Димас, Апгай, стаканчик, Данил Топ, мистер Пропер. Пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 7. Я буду играть за аниматроников. Рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, сегодня правила довольно просты. У вас всегда дверь должна быть одна открыта, потому что если две двери закрыты, вы задохнетесь. Потому что кто-то из вас постоянно пускает газы. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Пацаны, готовьтесь. Первый самый классный аниматроник, которого люблю, это Лефти. Кто помнит песенку «А я иду, иду на работу в пиццерию». Ставьте, поставьте лайк и напишите в комментариях «Мы помним». Я тогда буду знать, что на меня смотрят олдскульные мои зрители. Так, ну что, давайте будем их обманывать. О, привет. Что это у вас тут такое? Двери закрывать надо? Вот молодец. Вот молодец. А вы не помните, эти двери убивают или нет? Так, давайте возьмем другого аниматроника, который дает шум. Сначала буду вам давать подсказки, где вы будете слышать, где я бегаю. Ну а потом... Ну а потом... Я буду убивать... Блин, да смотри, промахнулся! Я иду. Видно меня? По спортом заниматься. Не видно, но я тебя слышу. А, меня слышно? Прикольно, текстурки в Гаррис Моде, мне очень... Вижу охранника! Нельзя выходить! О, привет! Я поубивал всех и убежал еще один раз. Нельзя выходить с офиса, только я могу мочить вас всех. Давайте по РПшим, чтобы было четко все. Давайте. Давай, беги! Что вы не закрываете двери?
Что творится? У нас охранники сегодня не очень внимательные. Они после Нового года. Ого, Новый год, уже март, 1 марта. Ребята, поздравляю вас с первым днем весны. Наконец-то наступило 1 марта. Ролик вы будете смотреть, конечно же, 2 марта. Всех поздравляю с 2 марта. А вы знаете прикол, что у меня есть отмычка? Ой, ой. Я могу дверь, кстати, на Е открывать. Закрой. О, труп вам, короче, забирайте свой труп и закрывайте дверь, ванючи свои. Ой, блин, я же попадал, не попал. Так, а так теперь я буду... Скажу. Буду тихонько. А, успел. Будешь открывать дверь, я сразу буду убивать. И тебя тоже. Понятно. А что ж ты открываешь дверь, если ты видишь, что я тут стою? Нельзя? О, давайте, хорошо, пацаны, ожидайте, я вам даю перемену. А ты смотри, успел. Я сейчас буду вам через вентиляцию ломиться. Не буду говорить, через какую. Вы должны догадаться. Так, подождите, а что? А, вы камеры поставили, вы теперь меня видите, да? Правда, одна не работает, я... Эй, сейчас починим твою камеру. Не успел. Не успел немножечко на тот свет, но ничего, не расстраивайся. И тебя вылечат. Знаете, правда, тут улицу не сделали, потому что я помню карты, где уже добавили улицы. А я успел починить камеру. Успел починить? Такие улицы, такие карты? Да. Я ничего не вижу. Что? Что происходит? Давайте сделаем ты вот так. Ты в канализации. Вот. Да? А мы сейчас все персон сделаем. И ночной режим подрубим. О, отлично! Просто великолепно! Если у нас будет ой! Убил одного челика. А я через вентиляцию вылез! Смотрите, это моя башка должна быть видна. О, вижу! Стаканчик! Успел убежать, но я приближаюсь. Так, пацаны, теперь возьму такого аниматроника, который реально вас может обмануть. Это очень быстрый аниматроник. Кто у нас самый быстрый из аниматроников? Кто быстро бегает? Молодец, угадал. 5 баллов тебе. Спасибо. Видно меня так? Да. А вот так ухо видно? Обернись, там камера. Где камера? О, а вот так в камеру я заглядываю? Да. Ну и как видок? Красиво. Побежали. Кстати, этот Фокси никакой не очень быстрый. Успел, не успел. Ребята, ну что ж вы невнимательные, двери нельзя открывать просто так. Так не успел открыть. Так, хорошо, давайте еще возьму какого-то аниматроника классного. Блин, так классно. Текстурки подсвечиваются под лампочки, да? Прям круто вообще смотрится. Так, ждите, идет обманщик. О, крячка. Ох, она быстрая, смотрите, скорость какая у нее. О, у меня тень видно, а почему тень видно? Смотрите, когда я видимый, тени нет. Стою невидимый, тень появляется. Это что? Получается, вы меня можете по тени выследить? Увидел. Так видно мои ласты, не? Да. Какой у меня размер? 45-й где-то, 46-й? 45-й. О, запишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, какой размер ноги у Чики? Я думаю, что какой-то нереально большой. 46-й растоптан, наверное. Так. О, по звуку. Ты что тут делаешь? Ребята, я знаю, какую мы рубрику снимем. Мы снимем рубрику, которую, кстати, предложил мне подписчик. Угадай аниматроника по звуку. Хорошая идея? Лево. Неплохая. А вот так вот? Знакомая вам уже? Балора. Да, угадал. Танцую я. Балерина. Давай ты нам концерт устроишь. Да блин, как это я не убил вас? Открывай дверь, а? Дверь я пришел. Она прям по двери стоит. Да. А слышно меня мои механизмы или нет? Я не слышу. Я только ее вижу. Но если бы не стреляли... О, привет! Ты куда? Ну ладно. Нельзя уходить с офиса, только я могу. Ты слишком меткий.
Очень метки. А теперь мы возьмем. Кого же? О, давайте возьмем маленького чилипиздрика. А теперь, ребята, у нас, знаете, кто будет? Плюштрап. Эй. А я могу звуки сдавать? Я звуки не могу никак. Не сдаю звуки. А теперь он справа. О, закрыли. Блин, застрял в дверях. Эй, выпусти меня. А что за баги? Эй, ты мне жизни тратишь. По животу не... Что творится? Я застрял. Что вы меня бьете? А? Помогите. О, я могу убивать. Давай, иди сюда. Ай-яй-яй, не попадаешь. Ты сейчас только своих будешь мочить. На, еще один. Давай еще одного убивай. А я сейчас по тебе попаду. Все? Я лучший? Ой, ой-ой-ой. Вали, 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 Димка. Еле освободился. Хорошо, вы двери закрыли. Я думал, у меня уже жопа. О, смотрите, пасхалочку нашел. Так. Давайте тогда возьмем еще какого-то аниматроника. Я понял, скрипт, откуда он сейчас пойдет. А как ты знаешь? Я тоже думаю оттуда. А вот такой звук, знаете, кто это? Сейчас. Ну, я вижу тебя. Шмарный. Открывай. Он за дверью стоит, не открывайте вот тут. А как ты знаешь? Ты меня видно, что ли? На камерах, да. Ах ты говно камера, надо на другую сторону идти. К тебе бегу, я к тебе. Ох, тебе на! Вопрос, на. Вот так будет с каждым, кто будет неправильно открывать, закрывать двери. Механик, после нового. Охранник, да. Это у вас какой-то не охранник, а механик. Получается. О, давайте редких, которых мы брали. Это очень редкий аниматроник. Мы следим за тобой. А звуки издаются? Так тут же нет камеры. А я могу... Есть камера, я ее не увидел сразу. Она, так. Она прям дверь палит. Отлично, отлично, отлично. О, блин, зацепился за столб текстуру. Открой. О, привет. Зря вы открыли двери, зря. Все, я вспомнил, мне кое-куда пора. Не умеешь пользоваться. Вы насрали гранаты вонючие здесь. Так. Давайте сюда поле. Ого, насрали. Успокойтесь. Ну что сделать? О, классно, сейчас будет весело. Эй! Я вспомнил, мне кое-куда надо. А вы знаете, что сейчас будет происходить? Я нажал кнопку, при которой сейчас все умрут на этой карте. Будет идти черная стена и такой напоминающий какие-то призраков или чего-то такое. Во-во-во. Кстати, при ярком свете мы еще ни разу не наблюдали, как оно вообще смотрится. А, я думал, это плоские штучки, они прям квадратные. И мне страшно. Но... И мне страшно, реально круто. И что, и что? Эй, да не убивай, давайте вместе же умрем. Ля крыса. О, там свет идет, я прям вижу. Давайте удалим. Что-то красное. И что, и что? И все? Тут даже фонарик не помогает. Как это не помогает? А, да, не помогает. Так, я буду вот тут. Это получается этот центр, да? Схождение. Не, вот тут здесь вот. Во-во-во, отлично. Прощай. О-о-о. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Снеговик, Мок и Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Все уже поняли с названия, что у нас сегодня карта FNAF 2, сюжеточка будет. Ребята, хочу сказать очень главную новость, которая касается того, что мошенники взяли, назвали сервер моим названием канала Аниматроники Димас ТВ. Я никакого отношения не имею к этому серверу. Это мошенники просто зарабатывают на каком-то имени деньги. Если любите, кушайте, приятного аппетита, а мы идем начинать играть. Серега, ты готов? Да, я готов, я тебе подсвечу, видимо. Когда мы вообще последний раз играли в FNAF 2 сюжетку? Уже, наверное, месяца 3-4 прошло. Да, больше, наверное. А, надо же еще нажимать здесь. Оп. Да. Все, welcome to the house. Короче, погнали. Ты взял этот мод, который с фонариком, да, крутым? Да, оружие именно. Я знаю, это крутое оружие. Я его тоже сейчас возьму. Так, где-то оно находится у нас вот здесь вот. Underhill.
Да. Я да. знал, видишь, я просто проверял, знаешь ли ты? Застрели, как всегда, классно, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. О, манглих. И вообще пишите свои идеи. Да, она, кстати, пришла, принесла тебе торт. Иди, Серега, возьми. Не. Ну, пожалуйста, ну возьми тортик. Хорошо. Молодец. Не, кстати, не хочешь делиться тортиком. Знаешь, что хочу сказать, Серега? С этого мода фонарик шире светит, да? И в этом есть прикол. Тот родной, он маленький. А это не родной. А этот еще и вдаль хорошо светит, ну? Я тебе так скажу. Так, 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 стоим. Она будет долго? Ты сейчас же, Серега, умрешь, ты же понимаешь? Не, она не убьет. Марионетки нет уже. А я проверял, пока видишь, что? Молодец, тоже знаешь. Блин, настроение офигительное. Пацаны, вы вообще сыты или нет? Есть немного. Кто первый проиграет, то получается самый неумелый человек по ФНАФу. Ладно. Самый сыкливый. Не, самый неумеха. Сыкливый — это тот, кто сидит сутками здесь и не выходит. О, пацаны, прощай, Серега. Чё, нет, она не съест меня. Пацаны, типа, засекайте там время, за сколько Серега умрет. 3-4, ну 5 секунд где-то. Да. Ну, Серега, ну умри. Не, ну, пожалуйста. Не умру я. Я подойду. Она тут вентиляция должна быть. Да, откуда ты все знаешь? Да потому что я ФНАФ прохожу на своем канале. А, у Сереги есть свой канал. Ссылочка на его канал будет в описании. Заходите, подписывайтесь. У него очень классные ролики. И он стал выпускать ролики не каждый день. Раз в неделю. Раз в неделю. Но у него есть канал. Поддержите, зайдите. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка. И вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, она стоит пока что. Ну, палит на. Не сваливает. Стоит и стоит. Слышь ты, я тебе сейчас дубинкой дам. Странно, что она тебя не убивает. Смотри, Димас, как я ей сказал, что дубинкой дам, сразу свалила. А если мы умрем все одновременно, значит мы все неумехи? Ну да, мы все неумехи. Так, это, час прошел, давайте обход сделаем по пиццерии. Я с тобой, Димас, я прикрою. Идемте, идемте. Очень осочковая, да? И музычка играет такая. Двери закрыты, Димас. Кстати, можно туда попасть в ловушку и просидеть. Ну реально, я как-то помню, минут 5 просидел. Полсерии. Пришлось все вырезать, склеивать. А он убьет, если я к нему подойду в притирку? Нет, он не активирован пока что. А если на ен... Ладно, я знаю, я гоню. Так, подожди, шкатулка. Марионетка пока не вылазит, что самое интересное. Тут все чисто, пацаны. О, Балун Бой стоит. Опа, кто-то к нам за стол пришел, наверное. Да. На тебе, не ломай нам фонарики. Ого, пекаль мощный. Кстати, этот мод классно стреляет. Так, ну пойдем, пожалуй, обратно в комнату нашего охраны. Офис охраны. Хочу, кстати, заспойлерить, что в следующей серии у нас будет обзор крутых монстров. Так что не пропустите. Я слышу, где-то мангл. Да? Кряхтит. Да, я зайду туда, я су. Заходи. Я хочу жить еще. Так, я слышу. Нет, не слышу. Видимо, мангл отступила, надо по камерам. Давай я поклацаю, я знаю, вот. Давай. Давайте на Марине откуда будем смотреть? Или не? Давай. О, смотри! Бонька глядит на нас. Hello. Здорово. Oh. Во, вот так yeah. можем чекать. Короче, камеры работают, пацаны, издалека. Mm-hmm. Опа, 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 опа. Беги, Димас, беги, беги, беги. Сейчас, сейчас. Прощай! Сломаю. Вот, блин, я думал, его хоть кого-то убьют. Нет. Серега с дубинкой ходит, да? Я тоже. А там Чика еще, там Чика, там Чика, там Чика. Так, Серега, я тоже с дубинкой буду. Или она что? Понимаю. А я живой, Серега! Класс, она скример кинула, но оставила нас живых. Круто. А я в маске. Мне нравится. Бессмертная комната, мы здесь бессмертны. Я тут дубинкой все. Это больно было. Ой. Выдвигается кто-то, Димас. Да. Тут мангл бегает. Так, что у нас еще есть из оружки? О, слышишь? Ой-ой. Да. Пацаны, заходите, я вам не рекомендую там стоять. Да не, она долго будет еще идти. А как ты знаешь? Бегает.
У меня камера вообще на кнопке. Сейчас по камере, О, вижу, вижу, все, так пусть и будет. Смотри, стоит вот она, засранка. Прощай, Серега. Ой-ой-ой, я бегу. Отойди! Сейчас сожрет. Интересно, убьет меня или нет, если я сюда зайду? Убью. Нет. О, она прошла. Я мишку нашел. Мишку Гами? Да, пасхальные мишки. Один еще должен быть в туалете. Сейчас принесу. А вы куда пошли? А ну быстро на пост. В туалет. Так, Серега, знаешь, кто там Чика? Прощай. Ой, мангу в этой вентиляции. Осторожно, осторожно, хлопцы. Ну, Сережка. Отлично. Я пойду за Мишкой. Иди. А, там Чика. Ну ладно, все равно. Умри еще раз. Сейчас бы не смотри, как Серега умирает. Так, идет, 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 я вижу. Ну, Сережка, не бойся, я с тобой. А, она далеко стоит. Так, я буду чекать. Есть, я Мишку забрал, я бегу, Димас. Красава, красава, давай. А я знаю, где еще есть. Идем я с тобой. Сейчас. А, я тоже знаю, в главном зале, я пошел туда. Аккуратно, там Чика. А я ее не смогу обойти? Ну, попробуй. О, смог. Красава, да? Так, это было четко. Тут Бонни есть еще где-то. А, у нас этот блокпоста этот. Их не возьмешь? Мангл. А, их нельзя брать. Я нашел! И Фредди. Бери, а я Чику знаю, где есть. Чика где есть еще. Было бы классно, если бы сделал разработчик, что ты их собираешь, да? В одном месте. Тебе какая-то пасхальная там штуковина выпадает. Да. Или мини-игра скример какая-то. Какой-нибудь. Осторожней. Я Чику несу, Димас, маленькую Чику игрушечку. Отлично, ребята, все у нас получается. Эй. Фокси только нигде нет, тут что-то. А вот я нашел. А, не, да. Фокси. А Фокси должен быть? Не знаю, наверное. Я ни разу не видел. Так. О, Чика. О, а мы только троих находили, я не знал, что их четыре. Может, пять их вообще? Надо поискать. Ой-ой-ой, Бонни. Сиди, Бонни. Сиди тут. Он так убивает, когда сидишь возле этой калитки. Так. А Чика стоит и никуда не двигается, смотрит в камеру, палит нас. О, ушел за сраку. О, Серега, я взял оружие. Мне так спокойнее. Пожарный топор. А что? Что, пойдем рубить аниматроников? Ха! Иди сюда. Ой, блин, а я ж испугался, что она тут стоит. Диман, смотри, как я ей сейчас пропишу топором. Давай. Эй, она не убивает, пацаны. Я думаю, если рядом проходить, убьет. Ай. Ня, она пустая. Она пуста. На. А как так получилось? А он заспаунился только. Серега, она в тебя влюбилась. Это не Чика, это Фредди. Той Фредди. А, ух ты, блин. А я живой. Это просто скример. Серега, он тебя спиной убил. Да. Читер вонючий. Угу. Да, мне кажется, в Фоксе нет игрушки, Серега. Жалко. Ну да. Ой, марионетка появилась. Сережка, нам жопа. Беги, Димас. Она не убьет так, она убивает только на рабочем столе. Я наоборот ее рассмотрю. Понял. Она крутая. Нет, она может тебя укусить. Не, даже. Она не кусает. Ух ты, блин, отдернулся. Не убивает? Меня же запершило в горле от того, что она меня убила резко. Испугались? Обосрались. Ой-ой-ой, я вентиляцию. Ночной режим активирован успешно. Вообще как светло стало. Какого? Марионетка пришла. Надо взять фотоаппарат и взять N английскую, нажать. Блин, да что ж она, блин, я ее не видел на потолке. Миллион фонарей включил и умер, ну. Это реально смешно и страшно. Шутка смешная, ситуация страшная. Ого, Димас, а ты возьми вот это, в руки фонарик вот этот и нажми N. У тебя рука пропадает, рука пропадать будет. О, точно. Ой-ой-ой, чика. Кто тут у нас? Сейчас, пацаны, мы вам все сделаем, нормально будет. Ночной режим вообще работает без камеры даже. Ну тогда оно зеленое, а с камера белая. О, Чика вернулась.
Серега, давай давай жахнем эту пиццерию. Давай, я. Только такое, давай что-то такое не мощное, а чтоб огненное было, много огня было. Окей. Хочу, чтобы все горело здесь огнем. Это. Сейчас все будет. Давай я тоже поставлю пару бомб, таких прям жестких каких-то. Я иногда думаю, что людям надоело, когда мы взрываем бомбу. Ну все такое пишут. Взорвите эту бомбу, а взорвите эту бомбу. Взрываем пиццерию. Да, я люблю это делать. Димас, вот. Где твоя Серега? Ой-ой-ой, вот, пошло. Я буду прямо в эпицентре лежать и не буду возрождаться. Ой-ой-ой. Вот так я хотел. Пошло дело. Отдохну. Ух ты. Ой, аж тут? Нет, Серега, слабо. Сейчас. Слабо, давай тогда другую взорву. Давай, что-нибудь эпическое. Фьюжн бомба. Вот, Серега. Вот оно. Моя любимая, маленькая, но очень эффективная. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Робби и Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня будем играть FNAF 2, прохождение, которое встроил сам разработчик. Если нам будет скучно, мы полетим еще, понажимаем здесь кнопки. Ну а сначала мы включим здесь основную сюжетку. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем нажимать кнопки и начинать. Пацаны, вы готовы? Да. Вот эту кнопку никак не сделают, не знаю почему. Хочется вот это. Вот это обновилась у меня карта где-то 3 дня назад. Я уверен, что может что-то изменили. Я рад, когда разработчики поддерживают свои творения. Это очень круто. Кстати, очень многие карты, помнишь, были еще карты, там, где нажимаешь, там прям ночью можно выбирать самому там наверху. Но очень крутая была карта FNAF 1. Да. Все, ее нет вообще нигде. Хоть бери и плачь. Так, какая-то лампа. Что-то у меня... О, давайте сцену включим, наверное. Что ж такое? А что не переключается? Глючит, наверное? Во. Ага. Надо в притирку подходить, только тогда работает адекватно. Я понял. Раньше никогда этого не замечал. Пацаны, я нажал две кнопки. Угу. Так что они придут сразу. Так, подожди, а где вот... Хочу главный зал включить, где сцена? Чего она не включается? Кабака это. Во! Да как ты включил? Я клацал, не смог включить. А, той Бонни пропал. Так, он уже начинает к нам идти. Это хорошечно. Мне нравится. О, балун бой. Пошел. Опа. Ты чика пропал. Чика. А как-то они быстро начинают нападать. Может, это и есть обновление? Шестая ночь. Тут вообще нету ни времени, ни ночи. Просто сюжетка. И посмотрим, что с этого получится. Может, он вообще их ослабил? Нет, может непонятно. Быть. Подой прогуляйся, оно ж так не убивает здесь. Может, в этом большой плюс есть? Пацаны, идемте, мы шах... О, Мангл пришел! Блин, нафига? Дурачки, блин, пришли. Димас, мы в ловушке. Так, смотри, еще две двери закрыты, чтобы мы не смогли пройти. Кабака! А это у тебя мод такой, что у тебя фонарик так прикольно светит? Да, это оружие, полицейская дубинка, вот. Вот этот мод. Когда перезаряжаешь, оно блюрится, да? Подожди, а что это за оружка, что я хочу, как и вы, в одной руке, чтобы типа держать? Во! Я в одной руке фонарик держу, а там пистолет. Какой-то луч такой необычный, да, для Гаррис Мода? Видно, что вручную прописанный. Пацаны, три охранника, пошли смотреть, что там вообще происходит. На обход. Да, кстати, обход каждый час. Час точно уже прошел. Опа, кто-то там уже ходит, топчется, я слышу. Они звуки издают и издают постоянно эти. О, пацаны, пасхалку нашел, помните? Несу к вам. Ой. Давайте мишек пособираем, пока они нападают на нас. А что-то у меня в руках странное что-то. Блин, Мангл пришла, убила меня прямо на это место, где я стоял. Совпадение? Где второй? Вы одного? Ренетка. А тут нету его. Знаете, где он лежит? Он, походу, лежит там, где большой зал. Вот там надо искать. В углу, наверное. А здесь вроде тоже... Пацаны, она убьет нас, если все двери открою, да? Не знаем. Ой, блин, я испугался. Дым сдуло, так идет, круто сделано. Музычка такая нагнетающая. Блин! Да что ж такое, так испугался.
Что-то Серега вообще нифига не берет. Попробую я админским пекалем стрельнуть. Вообще можно убить эти NPC-шки или нет? Кто проверит? Давайте я стрельну. Админский пекаль. А, пацан, она не убивается, она прозрачная. Не, ее не убить. Чё она тебя не убила, я не понял, так нечестно. Не, слабенько. Перепрыгивает ее. А так что, можно было? А, она все уже не мочит, она только один раз убивает меня, и все. Растучались, а тут. Давайте ищем этого Мишку. А вот он, я нашел его. А че его брать не могу? Может, это не он? Это не он. Может, какой-то из них берется на полочке? А ну, отойди, я гранату, гранату кину. Может, какой-то отлетит? Не. Прилипшие все. Может, где-то тут лежит на сцене? О, нашел! Возможно. Нашел, пацаны, нашел. Сюда в разных местах. О, их двое, да чё? На, ешь. Картошка. О, так его до нашего стола можно допинать. А ну пройди, убьет она тебя? А, убьет. Теперь можно проходить, она другого... Блин, и меня убила. Что говнище. Еще так резко. Видите, не работает. Так, наш там Мишка остался, надо его аккуратно... А, все, несем, несем. А еще должен быть какой-то или нет? Фредди еще должен Мишка быть. Эти двери закрыты. Вот, тут открылось, а. Нашел! Кстати, вот этот пак Underhill добавили. Че, добавили? Пак я добавил. Понял. Ой. Надо на Е нажимать, а то он его бросает. Короче, вы поняли, они должны быть на столе. Три засранца найдены. Пока один ложишь, другой падает. Еще один должен быть? Опа. О, смотри, Димас пришел. О, а у меня фонарик не забрал он. Только кто-то по жопе с дробью мне стрельнул. Плохо их мочить нельзя. Да. Давайте трэш кто-нибудь полетите по наверх, понажимайте все-все кнопки, а мы повыживаем. Yes. По очереди можете. Так, так, так. Давайте, сейчас будет веселье. Олимпийский пистолет не буду брать, сильно жестко. Во, я слышу, кто-то же кнопки все жмет. Такс. А, вот кто пришло. Видишь? Ушло. Марионетку. Блин, эти мишки мешают, надо их сюда закинуть. То я не могу зайти в дверь иной раз. Уходи. Мне кажется, NPC. О, эй! Ха-ха, я дверь закрыл, уходи! Это что, Серега пришел? Я понял, это у нас уже, короче, последний левел, пацаны. Когда Серега уже начал быть аниматроником. Улетел. Смотри, какой быстрый. Серега, если ты будешь меня сильно-сильно пугать, я тебя буду с админского пистолета убивать. Давай, давай. Давай, подними мне настроение новое. Я его вижу. Его вижу. А, его ж можно по тени увидеть на стене. Даже если он будет невидимый. Я эту фишку знаю. Слышишь? Слышишь? А, подожди, откуда это он? Блин, я не успел стрельнуть. Хотел умереть. Я это сделал. Хорошо, Серега. Ты хочешь по-плохому? Кэтмакс, бери тоже админский пистолет. Давай его вдвоем мочить. А то меня испугал. Так. Ну что ж ты? Я за тебя отомщу. Да откуда ты взялся, говно? Серега, а где ты взялся? Он сквозь стену хочет. А, это шо. Это шо он этот берет? Новых, да? Да, да. Давай! Давай, иди сюда! Пойдете, выйдите. Не-не-не, иди ты к нам сюда. Не-не-не, вы ко мне идите, я не пойду к вам. Как тебе вообще взрывы там? Лагает. 2 FPS. Есть, есть. Кэтмакс, ты его замочил. Последняя стычка у нас с Серегой. Подожди, это NPC. Так, вот так он меня не убьет на расстоянии. Дверь, закройся.
Ну чё, иди сюда. Ладно, не буду стрелять, потому что у меня тоже FPS. А не, у меня не падает, у меня четко все. Есть! Есть, я его убил. Серега, а что ты выпал аниматроник и ты с него? Это было сильно. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!